Однажды Колобок уехал в командировку, а его булочка изменила ему с Коршиком. Теперь он не Колобок, а Рогалик. Мужик на полуприцепе пытается заехать во двор. Значит, у него ничего не получается. Тогда он просит первого попавшегося прохожего подсобить по команде. Тут быстро соглашается. Давай, 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 быстро. Давай, 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 еще, еще. Давай, 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 давай. Давай, давай, еще, еще. Все, слезай, козел, смотри, что ты натворил. Если последний ряд для поцелуев, то что происходит в будке киномеханик? Из газетной статьи. Милиция занимается проституцией недостаточно. Бабушка, вы возле ипподрома живете. Вам лошади не мешают? Нет. Дальше. Прапорщик, можно телевизор посмотреть? Можно. Только не включать. Официант, у вас найдется что-нибудь перекусить? Кусок местного провода вас устроит? Пап, тут одеколон стоял, ты не видел? Ну так... Девочка, у тебя расческа есть? Есть. Тогда чеши отсюда. Командир, подкинь четверых до вокзала. Так вас же трое. А ты что, не поедешь, что ли? Признавайся, твой папа варит самогон? Нет, он его сырым пьет. Армянское радио 3 часа молчало, потом объявило. Передача для глухих окончена. Анатолий Кашпирский сказал девочке, брось костыли, иди. Она бросила и пошла. А чем она болела? Коклюшем. А костыли зачем? Дедушке несла. В лифте 2 дамы, зажатые со всех сторон. Ну, знаете, бывает так, что в нашей жизни набьется лифт. Стоим, шевельнуться невозможно. Смотрим друг на друга, изучаем. И молимся, чтобы лифт не оборвался. Ну, значит, в лифте 2 дамы, зажатые со всех сторон. Майя, как выглядит парень у меня за спиной? Молодой. Но это я чувствую, а как он выглядит? 600-й запорожец вылетает. За рулем перепуганный мужичок. Новый русский. Ты кто, мать твою? Мужичок заикаясь. Я прозаик. Про каких нафиг заик? Новая услуга в Москве. Секс по домофону. В доме все было кратено. И даже воздух был какой-то спертый. В зоопарке страусов не пугать полбетонный. Жена бьет мужа скалкой и «Будешь пить? Будешь пить?» Муж терпя «Наливай!» «Посмотри, какую классную шубу из норки я жене купил!» «Какая же классная, она вся в дырках!» «Это не дырки, а норки!» Соник, ругаться. «Если вам снится, как вороны галдят, ругаясь друг другом, это предвещает выпивку и закуску!» А я думаю, что мне все это снится? Строго сижу на диете. Утром йогурт, в обед чай с лимоном, на ужин легкий салат из мяса, колбасы, сметаны, пельмени, курицы, булочек и рыбы.